Дети. Были в цирке. Там клоун. Где клоун? Клоун, вот клоун. Точно. Е. О, ездил. Ездил. Угу. На коляске. На колесе. На колесе. На одном колесе он ездил. Бывает такой велосипед, не два колеса, а одно. Между ног вот сюда вот засовываешь седло и педали крутишь. Это очень трудно держать равновесие. У тебя же руля нету. А где колесо? Точно. Медведи. Медведи. Ходили по канату. А где канат? Вот канат. Канат – это вот такая веревка. Ее на высоте подвешивают, и очень трудно. Ты должен как по одной тонкой ниточке ходить. Тебе нельзя оступиться. Ты можешь упасть. Для этого, знаешь, вот так делаешь руки в стороны и балансируешь. А медведи же, они неуклюжие. А видишь, как их научили в цирке ходить по канату? Это трудно даже людям. А вот... Может, не снимай. Хорошо. А вот летающим людям, супергероям, например, это легко. Ну, конечно. Они зато и супергерои. У них вообще все такое. Они летают. Смотри, как Человек-паук. С такой высоты. Другой бы разбился. Да? Угу. Чужие никак. Медведь. Это уже было. Это уже было. Интересно в цирке. И восклицательный. Интересно в цирке. То есть, наверное, им понравилось, этим детям.